сами понимаем всю ответственность предстоящих матчей, понимаем ответственность перед болельщиками, которые приходят и болеют за нас. Поэтому будем играть только на победу. Ну, вы сами как думаете, из-за чего ваши все-таки серьезная очень команда? Реально? Ну, я думаю, я бы не был настоящим профессиональным волейболистом, если бы сказал, что нереально. Конечно, реально, любая команда победима. И, в принципе, мы играем дома, а дома мы очень всегда хорошо играем при поддержке болельщиков. Поэтому, я думаю, конечно, будем играть на победу, и мы должны выиграть у этой команды. Разбирали уже соперника? С какими, возможно, сложностями придется столкнуться? Да, мы уже давно разбираем соперника, готовимся под их игру. Ну, я, как уже говорила, основной сильный игрок – это Неслихан, который играет и в сборной Турции, основной игрок в турецком клубе, очень хороший игрок, очень мощная у него атака, очень разнообразная, поэтому в основном, в принципе, вся игра, все оборонные действия строятся под нее. Но еще центральный блокирующий Майя Поек, но она уже больше зависит от приема, поэтому, в принципе, конечно, ну, вся команда в целом хороша, но готовимся, конечно, разбираем каждого игрока по отдельности.